Неплохо, неплохо. Я так понимаю, что все самарское буржуинство выехало на дачи. В основном студенты остались. Кто так на набережную сходил, да и сюда. Старинная студенческая. А я вам скажу, есть определенный жизненный опыт, видел много разных людей, богатых, очень богатых. Не всегда это делает людей счастливыми. Поэтому, а счастливым можно быть иногда от абсолютной ерунды. Вот просто день хороший, ты понимаешь, сегодня я счастлив. Yeah.